Выборы сельских акимов – это важнейший шаг на пути к дальнейшей демократизации казахстанского общества, считают атырауские политологи. Благодаря этой инициативе сельчанам предоставляется право самим решать судьбу родного поселка. Это обеспечит доверие граждан к институтам, власти всех уровней, уверены специалисты. По их мнению, политическая реформа должна найти большую поддержку среди населения, тем более, если 60% региона проживают в сельской местности. Отмечу, в Атырауской области насчитывается 73 сельских округа с населением более 630 тысяч человек. Этот шаг, конечно, общество воспринимает позитивно, потому что как не самим гражданам знать проблемы, насущные проблемы конкретной административно-территориальной единицы, и общество предъявляет также высокие требования к кандидатурам акимов.